писька бобра, верни мне моего спая. Спай это кто? Это спуп. О, Пабло! Я в Team Fortress играю просто. Да. Мне спая моего не дали. Я сейчас не договор... жестко негодовать буду. Вот гад. Вообще. Это я. На, бот! На, бот! Ответь ему. А я при чем? На, бот! Если что, он фейкует, это не... ответным огнем. На, вот этому боту тоже, на! Этому... Ты пойму... Не надо, хватит. Я тоже опасный. Подожди, а где перемирие? Какое? Нету. Зачем? На, бот! Ты играешь против Фортера, ты о чем? На, бот! На, бот! Бедный ветряк, он просто хочет жить. Да мне бы хотя бы просто первые 5 минут пожить. Я этот попробую. Парень был из тех, кто просто... Кто пытался просто пожить. Любит Крым. Путин, что ли? Вот, он уже, чтоб ты понимал, он заспидранил технологию. Да. А, там чел вышел. Ну, его вина. Сам пришел. А скучненькое сражение. Скучненькое сражение двух дегенератов. Я, ой, я съебался в Грецию. Правильно. Блин. Короче, смотри, он назвал у нас, вернее, себя дегенератом, меня дегенератом, а тебя профессионалом. Нихуя себе. Нет, я оказывается, просил. Умный. Ну, все, реактор спрятан. Реактор спрятан. Ты его перенес? Да. 5 за перенос. 5 за перенос, 2 за то, что тебе сложно. Знаешь, если бы я использовал бузав, ты бы быстрее слился. Но я не захотел, потому что я хочу поиграть. Впервые. Зачем? Помогите, это не обязательно. И заставляет играть форс. Так вот, о чем мы? Я, кстати, выиграл Никиту специально, чтобы поиграл со мной в форс однажды. Зачем? Альберт, как дела? О, там уже пушки, все, ясно. Ух ты какой, блин, врун! Пиздабол получается. Согласен с тобой. Я сейчас ходик уроню. Ладно. Как держать своих тиммейтов в страхе? Дипломатия. Пузик отрастил. Ебать. Что это такое? Ты выглядишь как... Это выглядит как нос. Это пузико. Да, кстати. Это хуйня пузека. Какая-то. Не трогайте, это пузека. Так, 20 мм спам давай, готов. Ой, точнее, 20 мм спам готов, так что. И он не шутит. Не... Блять, я даун, мамин. Ладно. А я пузека. Есть вопросы? Задавай. Нет, ответов тихо. Тоже задавай. Ну-ка. Ну я пузека! Юга ты! А я пузека! Есть вопрос? Как это произошло? Писька, вот что тебе надо было от магазина с пузеком? Ладно. Ясно. Давай, ставь, больше ставь. Я все равно люблю тир. Так, короче. Предполагаем, видишь же этот щит, да, видишь? Да. Это у него ветряки, потому что там вот задняя часть немного выглядывает. Видишь, блядь, ниже ветряков? Иди нахуй! Нет! Как дела? Блядь, ниже ветряков. У него там пушка, сейчас даже... Да, там пушка. Возможно, ховик, не отрицаю. Так, дальше что? Опорку ты ему в жизни не пробьешь. Так, дальше что? Опорку я не собирался стрелять. У него ховик, скорее всего, потому что, ну, если бы это была пушка, там бы стояли двери по-другому. Я сейчас выстрелю с этой пушки. Ну что ж. Нет! Не надо! Дядя. Богдана, значит, не любит. Вкусный Богдан. Мне нравятся ваши Богданы. Они всегда вкусные. Я тебе советую поставить еще одну дверь. Так, слышь, у тебя какой-то протухший Богдан. Чел, ты по магазину выстрелил, молчать.
Welcome to the Багдиан. Нет! Да! Да! Молодец. Поставь еще 28 хавидзетов. Принято. 27. Это компания, которая делает игры. 27? Да. Я знаю только One Two. Играешь в кам? Или в Mac? У меня он скачан на компе, мне его друг позвал другой, но я не люблю его, он странный. Друга? Да, друг тоже странный, он любит Чебоксары. Не ставь пулемет, услышишь? Можешь поставить 5000 пушек? Нет! Ладно. Это вот такое смачное нет, которое я еще в жизни не слышал. Нет! Самое принужденное нет в вашей жизни. Ладно, ракеты так ракеты. Да, поставь. Не надо! Почему? Как не надо, когда надо? А ровно по твоим реакторам поставь ракету. Understand. Understandable. Огонь. Ладно, подожди. Блин, дауны мелкие, ничего не сделали. Вообще, осуждаю. На, бот! У меня там все равно ничего нет так-то. На, бот! Вот такое мне не нравится, Богдану. А, стой, подожди. Он же наносит хп, правильно? Урон. Чё ты открывай, чё тебе не нравится? Стреляй с хавика! Хавика! Есть! Хавика! Стреляй! Снайпером! Я хочу. Дебил! Есть! Там не снайпер. Там 20 мем. 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 Смешной. Там 20 мем. Смешнявка. Вкусняка. А, ладно, не пробил. Стреляй! Стреляй! Я слышу. Батяра, за байчину. Вы ёбнутые пулеметы тупые, маму твою, Джага-Джага. Ой, кстати. Ой, как хорошо. Один ветряк на всю базу. Да тупой снайпер. Да тупой снайпер. Не, это снайпер. Слива. Нет, это снайпер. Нет, снайпер. Да он не страшный. Я заметил. Так, я против геев не играю, так что пошел в пизду, черт ёбливый. Да! Это его брат. Черт мелкий. Руслан, ты бот! Ладно. Походу, у вас обоих есть братья. Проверять я, конечно же, не буду. Не, но он бот, по факту. Ну, бот, да, бот. Ботиха слитая. Если ты опять по фактам разнесли его только что. Так, кто будет трогать магазины? Поднимите руку. Ты все равно не увидишь. Я бы поднял руку. Пин, я видел картинку, где Пин вспомнил прошлое и кинул зигу плотную. Да. Это баян уже. Магазин сверху находится, не трогать магазина. Не люблю магазины трогать, так что... Вот именно. То есть, вы хотите убивать нижнего Егора, да? Да я не нижний! Я еще защиту не строил! Вот я не нижний. Нижний! Я опущенный! Вот именно, я попущенный! Ра-та-та-та-та! Я бы хотел посмеяться. О-о-о! Вот за такое наказывают! Да, за такое наказывают. Что он строит? Что ты строишь? Ладно. Кто трогает магазины? Тетя Зина. Сколько у меня ресурсов? Мало, мама. Да мы знаем. Магазин с пузеком. Ух ты, спидран. Так, как информация? Наверное, что-нибудь я поставлю или не поставлю, магазин? Хуй знает. Тетя Зина, магазина. Блядь. Тетя Зина, пальцами гнет арматуру. Тетя Зину уважает вся десантура. За плечами тети Зины.
Ни одна война она служила еще во времена царя. Что? Я Гимас. Я просто играю в Brawl Stars. Мой батя алкаш, сидит, пьет пивас, потому что он старый тупой. Блять. Brawl Stars так клёво, у меня много гемов, я играю, ёва, кусок долбоёба. А, кстати, на Твиче, по-моему, за каверы банят, да? Нет, на Твиче не банят за каверы. Я слышал этот, вот эту вот бебры все в Адидасах, только в не... Блять, только негры все пидорасы. Чувство, меня будут осуждать за этот ролик. Конечно, будут. Так, ребята, если кто-то меня слышит, пожалуйста, пошлите нахуй этого фортера ебливого. Ладно, фортер, иди туда, куда тебе сказали. Прямо. А потом налево. Так как мы знаем, что у нашего противника, мы используем супер тактику, потратим все наши ресы на ничто. Я до сих пор, у меня много гемов, я играю. На благотворительность. Так, ну, врёшь. Винтунутеры. Если ты не веришь, я сейчас подожди. У меня 10 секунд утра, да? Что это такое? Кайфово. Это Пузека. А порки кто защищать будет? Пузека. Ты что, ебанулся? Какие опорки, чел, тут Пузека? Защищай порки. А ну хотя они у тебя в принципе нормально защищены. Ну, у меня получше будет. Скажу я так. Ладно, сейчас сделаем Пузека на опорке. Обзор Пузека на опорке. Ладно. Тебе так понравилось слово Пузека? Да. Пузека — это самая лучшая форма жизни. Раньше это был Зелебоба, но теперь Пузека. Она его превзошла. Жестокая история. Ваку. И Краку. Бибай, Боба. Я не могу опорки лучше сделать. Я не знаю теперь, как эту всю защиту оправдывать, ведь она одним бузовом спиливается легко. Я, в принципе, бесполезно убивать, так что я посижу, пожалуй. Все, я доволен своим Пузекой. А переубедите меня в обратном. Зачем? Согласен. Что зачем? Ой, я пропустил часть разговора, кажется. У тебя Пузека. В смысле, ты мой Пузека копипастишь? На, бот! Опасный. Меня тронули Пузеку. В том месте нету Пузека. Врёшь. Пиздобол получается. Это было, я чинился, я заметил. Продолжаем ставить ветряки. Нет, держись. Да опять Пузека, писька бобра! Так, тырим у него ресы. Мы их копипастим. Мы их не крадем, мы их копипастим, все верно. Ах ты, плагиват. Плагиват? Какой плохой Альберт. А та-та по попе. Нет, нормальный я. Плохой Альберт, все, бабки. Баб. Баб. Да чё ты трогаешь Пузеку, что она тебе сделала? Ты чё, охренела, зенитка лысая? Вообще, давайте её побреем. А, она же лысая. Ну ты, конечно, гений. Кто трогает Пузека, тот бот. Все, Альберт не имеет. Сама права. Такая! Нет! Я не бот! Ты ботяра, согласен. Чувствую себя чудес. Нет! Нет! Так кто трогает твой Пузека? Никто не трогает твой Пузека. Правильно. Так мое, потому что потрогали. Оно очень мягкое. Тяжие Пузеки, но не мои. А у тебя изнутри такая красивая база, кстати, дырявая. Дырявая. Мне тоже нравится. Дырявая, как твоя м... Бан. Чел. Бан. Слышь, бан.
Просто не успел договорить. Кто трогает мужика? А, два. Ого, они справились? Да, они справляются. Вас переиграли, кажется. Не трогай пузека! Да я не трогаю, все, угомонись! Поруса. Я так, просто так. Ух ты! Ух ты! Ух ты, ух ты! Обед, аж там что-то прикольное. Берт, а что там? Нет, там два пузека. Ура! Не надо вам! Да ты пуська бобра! Пуська бобра, ладно, не важно. Почеши пуську бобра. Ух ты, не пробил. Да. Мне кажется, меня сейчас жестко в жопу выебут. Да. Мне не нравится. Егорка уже готовится долго, но готовится. А, ну да, готовится. В принципе, я был прав. Я специально туда выстрелю, потому что мне не нравится твой лазер. Висячая штучка вот эта, она всем нравится. Ты зачем два лазера сразу построил, скажи мне? На всякий случай, вдруг меня будут трогать. Подожди, так... а я тебя не трогаю, почему в меня летят? Почему в мой пузека? Да твою мать, я только одну дырку в пузеке залатал. А, стой, подожди, Берт, ты серьезно? Чинись. Чинись. Я ульту ждал. Чиним. Чиним. Альберт, чиним. А кто такие фиксики? Большой секрет. Чиним. Держись, Егор. Блять, я промазал. Вот это лазер, я охренел сейчас. А ибо нехрен трогать пузеку, кто разрешал? Опа, и ресов минус. А, у тебя металла ладно, нет. Ну как бы в чем вопрос? Фигня вопрос. А кто-то спрашивал? Я. Да. Был такой, был такой. Слушай, Егорка, ты меня спас. Вот я тебя не могу спасти, держись. Закрепись там сильнее, чё ты это... Паришься. Просто всё там дерево закрепи, да, вот так. Там во все стороны просто дерево что-то торчало. All Paper Engine, что? Ладно. Там чел играет в All Paper Engine. Жаль, я не могу стоить пофиг. Страшно? Опа. Нет. Вы тупые горит? Зенитки? Что вы делаете? У тебя нет ресов, чтобы стрелять зенитками. У меня есть ресы, чтобы стрелять зенитками. У тебя не было ресов, чтобы стрелять зенитками. У тебя было там 42 и 100. Так они тратят 30. Ну вот. Ну это явно не их проблема. Сколько они тратят. Видимо, богатые очень. На. Я не хочу с вами играть. Ждем еще одного человека, а потом играем. Мне не нравится сосать. Привыкай. Это чурка, куда ты А. Осторожно, ты... вызывает привыкание. Ты еще и отбиваешься. Хватит. Я думал, я не буду больше чинить пузека больше. Куда Хавидзе улетел? Догоняй его, догоняй. Догнал? Хавидзе гениально улетел. Ты догнал Хавидзе?